Друзья, сегодня хочу рассказать вам о великолепном мероприятии под названием Radio World. Все, мы открылись. Вот, да, в гущу событий. Синдром Тантер Бразерс передается через поколение. Что, мы готовы? Так, дети, мы готовы? Все готовы? Да? Yeah. Начинаем. Дайте петюню, начинаем. Погнали. Кандербразер. Чтобы максимально чувствовать себя комфортно, мне нужно слушать группу Тантер Бразер. Здесь у нас глава этого великолепного места, Focus Space. Его зовут Юрий, очень интеллигентный человек. Сейчас попробуем вырвать у него хотя бы пару слов. Как ваше первое впечатление о сегодняшнем мероприятии? Очень приятное. А теперь нам надо найти настоящего Юрия. По-моему, это впервые в Черногории такой вот семейный большой праздник. Он точно удался. Вижу огромное количество довольных людей. Здесь 25 артистов играют 11 часов. 20 мастер-классов для детишек и еще маркет. Мне кажется, такое еще не было никогда в Черногории. Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите мне. На вкус как Тантра Бразерс. Куда я не хожу, все говорят Тантра Бразерс, поехали в бар, в Тивот, поехали слушать их под Горицу. Вот так вот, у меня даже есть пижамка от Тантра Бразерс, вот в этом пакетике. Ребята, ну вы мне обещали, что пижама будет только у меня. Какого черта? Такой слух пустили сейчас, что самые отъявленные фанаты Тантра Бразерс после концерта всегда их можно найти на баре. Мне мордочка она вот фанат. Мне понравилась песня про Тачилу. Отличная новая песня, отражает желания, чаяния приезжих частично. И, в общем, очень молодцы, ребята. Действительно, я даже сам не задумывался с этой стороны. Последний раз! Скажите, каково ваше... Вы от Тантра Бразерс, от кого пришли? Все верно. Точно? Вы снимаете про них кино? Да, документально. Все хорошо. Мне кажется, у нас может быть проблемы какие-то. Могут. Ой-ой-ой. Аккредитация? Бля, нас спалили. Пойдем отсюда. Валим.